то, что без пиздаж. Ну, я их люблю строить. Это тыквенный пейзаж с пещерой. О, ого! Вот это мне понравилось. Сразу. Яйцо драконье. А у меня оно тоже есть. А у меня нету. Я бил тобот. Сколько у тебя хлеба, кстати? У меня 0 хлеба. То же самое. У меня 35. Или 25. Надо сфоткать этот пейзаж. Да, у меня 25. Пойду верни. Так, дальше у нас что есть? Может подняться наверх? Сверху ничего нету. Лучше а я тут дырку нашел. Проход был. Я там не дырку нашел, смотри. Там внутри мини-проход был, но ладно. Кстати, ты через эту дырку можешь пролезть. Я знаю, вот. Так, ладно, зайдем с прохода в нормальный виде. Иди сюда. Захожу в проход, и тут очень много деревьев. И там даже есть дырка. Я тут ни на что не намекаю, но тут это такое незаметное. Ладно, место. Потом зайду. Ладно. Тут растут грибы, и тут деревья, и очень красиво вот это яйцо дракон. Освещение. Именно это. Тут дырка, там ничего. Для воды. Так, тут у нас заросли. И опять заросли. Вот там освещение. Тут испачкано этот все, бутылка. Полностью все. А почему? Что это тут произошло? Бараги, не бараги. Тут место старое, знаете ли. Что люди тут случилось? Есть, на планете люди есть. Но это так, чисто ради инфы. Люди вот бывают настолько жестокими. В природе? Да. Хотела показать проблему в обществе. Ладно, это так, типа, мусор покидали. Это проблема в обществе. Везде мусор. Надо быть... Нельзя мусор раз. Вот именно. Да. Потом нам придется его убирать. Пошли уберем. Как мистер Бист. Мне кажется, ты сейчас все уберешь. Ты сейчас Егора все уберешь, но... Ой, не, я Егору постараюсь. Ой, я что-то сама хотела. Простите, я Егору ломать не хотел. Лучше тогда все убрать, тут все пожить. Все пожитки человечества. Да, надо убрать все. Костер нафиг кому нужен. Все, можно свой мусора проект нету. Ставить. Миллионы долларов. Предлагаю стартап, реально. Мистер Бист. Да, предложите. Кто? Какой мистер Бист? Чего мы говорим? Да не, ничего, просто так. Это такой американский этот ютубер. Популярный крайне. Миллионер. У него сколько подписчиков? 50 миллионов, наверное, да? О, а это что такое? Это елки снизу поставлены, типа как кусты. Я давно это делаю. В ТикТоке 35. Так. Давайте тогда дальше. Так, дальше. Я думаю, что дальше поставить, потому что у меня несколько недостроенных есть. А, ну вот я на стриме строил, показывал, вернее. А типа, ты тоже на стриме был? Да. Ну, я просто... А, все. Вы все на стриме будем, мне кажется. Кроме этого. Вот этой травы сначала не было, я ее сделал, я вот думаю. Это, типа, нормально, что я ее сделал? Нормально выглядит? Лучше, вернее? Ну, нормально выглядит, но вот это не логично. Не, ну именно, ну это как, типа, мини-кусты такие. Блин, мне тут кто-то... В ТикТок лайкает, мне потом лагает. Так, тут у нас есть, получается, трава, заборчик, домик и ферма тыквы. Да. Даже рассчитано, что где-то земля мокрая. Вообще ну и было, мои да. Любимые качели, которые мы смотрели на стриме. Сейчас, мне кажется, я могу их сразу модернизировать. О, нет, за что ты так мне? Работа черный, почему он не работает? За что, ну, не надо. Все, найс. Не надо. Всё. Сверху отключи колледжи. Не надо. Если надо. Все, в принципе, включить колледжи, у всего дерева, принц. Не надо, пожалуйста, я хороший. Не надо, не бей его. Чего оно не работает? Оно не будет работать, потому что я так сказал, понял? Все заработает, включи еще раз. Нет, я ухожу оттуда. Не надо. Пусть оно само улетает. Не издевайся над ним. О, нормально, пошло. Стоп, меня не забудьте. Я хочу качаться на качелях. Ура! Квадросолнышко, это квадросолнышко какое-то. Еще раз нажми. Ура! Мы катаемся на качелях. Новые технологии катания на качелях. Украинские технологии. Чего ты не делал? Качели бездну улетели. Все, походу, помянем. Помянем. Куда я улетел? Пошлите в домик лучше. Там ничего нету. Ну, как сказать, лучше не смотреть, что там есть. Я посмотрю все-таки. Есть выбор, не смотреть. Если ты хочешь не смотреть, лучше не смотреть. Это край... Ладно. Тут абсолютно ничего нету. Ну да, я вижу. Я только над внешкой, именно самого дома и... Ты поработал над качелями. На них можно улететь в бездну. Ну, как сказать, если на анчор все... Ой, на коллизию все... Украсть всю коллизию. В принципе, да. А, ты вообще везде убрал коллизию? Нет, не везде. Это я выделил. Выделили еще и... Эти самые. Ну, эти самые. Хочешь, эти скример, самые. Подойди к дереву. Но не заходи в дерево. Так, не заходи в дерево. Скример. А где качели? К дереву подойди, сейчас скример будет. Ладно. Страшно. Ладно, давайте дальше. Что, что смотрим? Мне что-то сделать, наверное? Я прослушал, возможно. А, я сказал, давай дальше. А, ладно. Так стоишь. Я не знаю, что мне можно... А, вот. Стой, иди в самое начало. Иду. Ой, да зачем? Я случайно. Так. О, у тебя тут... две пушки. Я готов. Не... Что всё, это? Все. Ну, типа, что типа бара. Тут. А покажи ему вот этот домик. Который? Который, типа, там с гаражом. А, не. Потому что я смотрел.
его. Так сказать, мне кажется, на стриме это уже заметил ух. Если он вспомнит, что это, то окей, я показывать лучше не буду. Так, это получается дорогу избил-то ботом никуда. И тут впереди можно показать. Типа в всяких домах, знаешь, типа такие забегаловки, так сказать. Чего? Не с того ты начал, но ладно. Тут туалет, самое важное. Максимально. Согласен. Так, мне, пожалуйста, сок из яблок. Ну, больше такие напитки более лучшие. Ну ладно. Так, короче, всякое разное продается. Туалет, каминчик, посидеть, поотдыхать. Свет включается, кстати. А, да, точно. И свет включается, впервые в жизни вижу. Не впервые. Тут вот телевизор. Телевизор. Пульт офигенный просто. Ага, стоял, делал вот 3 часа плюс-минус. Каждый просто кнопочку вырисовывал. Устраивал, вернее. Так, а что тут, секретки есть? Нет, просто. Вырисовывал как-то эпичнее звучит. Да-да-да. Так, вроде бы, сейчас посмотрю. Ура, я сделал. Стой, находись там. Могу еще одну показать. Все, мне новую загрузить? Ну, можно, да. Я хотел кое-что сделать, но лучше не буду. Могу еще вторую показать, но она, как сказать, она застроена, но она... Ах, почему мой самолет? Так. Я знаю. Так, начинаем. Начинаем. Это что-то зимнее, опять пейзаж. Да, ну нет. Я захожу сюда. Ой. Это старое. Именно внешка старая, я мог лучше сделать. Если сейчас бы строил, я мог лучше бы сделать. Тыквы зимой растут. Что за магия? Кто? Вот, я тоже говорил. Что ты говорил? Ты мне ничего не говорил. Я тебе говорю. Ёлки? Тыквы. Нет, про тыквы. Тыквы? Тыквы, да. Это пластиковые. Для красоты, знаешь, типа чтобы. Ладно. Прикольно. Да, природа это пластиковая. Это правда, ну, есть? Ух, я тут убрал. Да, тут секретная комната. Вылези. Которой... Куда там вылези у тебя? А, туда не идем. Идем. Лучше идем. Ничего нет. Ты что? Иди. Он просто. Все. Просто за 5 километров садится. Так, дальше. У нас тут можно залезть сюда. И тут растет дерево посреди зимы с грибами. Тут же все внутри, тут же тепло. Домик. Ну да. Стоп, один гриб из травы. Тут можно понаблюдать за живой природой. Это матрица. Мы в симуляции. Ой, что я высрал? Наоборот, ладно, наперед. Так, тут 3 компьютера. Да? И у меня завис Roblox. Залагал. У меня все залагало. Да, у меня тоже залагало. А, ну тогда ладно. Мне надо перезайти, я могу только блоки удалять. Так. Зачем? Они у тебя не исчезают, да? Не знаю, что ударял, но вроде не исчезло. Я везде дырки сделал. Нет, а, перезахожу. Ладно, говорил, буду ждать. Ну как, у меня же... Удали пока что, да, я взлечу. Кто там звонит? Вызываю. Так, все, я снова тут, на сервере. Кидай запрос. Где моя голова? Что, аккаунт? Голова. Там внизу что-то, справа в нижнем углу что-то появилось, но я не знаю, что это. Я тоже не знаю, что это появилось там. У меня тоже что-то появилось. Что у вас там появилось? Ничего, нормально все. Ой, ё. Стой, да я вылечу. Извиняюсь. Подвинь стенку. Какую стенку? Саба, что произошло вообще? Вот, все. Уходи отсюда, все. Так, посмотрим, что тут. Опять вылетел. Что? Опять вылетел, говорю. Было бы смешно, кстати. Ну, как сказать? Нет, я просто хочу... Так, начинаем. Что тут у нас? Дверь открывается. Захожу внутрь, иду. Так, давай, идем. Пошли вниз, хлебусик. Давай. Мы не пошли вот сюда. Я пошел туда, но у меня тогда вылетел в тот момент. Ну тут еще типа комнатка небольшая. Ну ладно. Так, тут можно посмотреть телек, да? Так близко, нужны очки против. А это? А это там ничего нету. Ладно, этого мы не видели. Стой. Ой, я все сломал. Этого мы не видели. Там ничего нету. Откройте дверь. Я говорил, что она немного, может быть, недостроена. Ну да, там все закрыто. Глаза какие-то. Я давно строил и недостроил. Теперь вот комната... Что это за глаза? Глаза? А, ну да, глаза. Фонарики. Ну, если хотите, я могу их убрать. Так, диван. Я доделал хотя бы можно доделать. Ладно, давайте дальше. Дальше я вот сейчас посмотрю, может еще что-нибудь могу показать, может что-то не заметил. Стоп, что не заметил? Ну, могу еще одну показать, но она также недостроена. Мне бы недостроенную показать. Показываю. Давай. Типа, можешь мне тоже показать? По фану. Ой-ой-ой, не с той стороны. На конфеты, если надо. Надо очень, не могу. Дай мне тоже. А, вот лучше возьмите розовый. Универсал. А я не могу. Так, тут первое, что я вижу, это самолет. Все тоже старое, вход старый. Так, тут у нас вход такой. Написано лаборатория. Как открыть? Что-то из обсидиана. Я попал в портал, так, и тут тоже ты проход. Ты нам это не показывал. О, это мой самолет. Так. Что с игрой? Первый левел... Ой. Да боже. Пинг миллион. Кого? Признавайтесь. Убегаем.
пока можем. Все? Ты где остался? Ты там остался? Я тут. А, все. Тут, получается, работают двери. Все, телепортируй. Не телепортируйся, потому что свет другой. Офигенно. Режим общего строительства прими. На черного, да, конечно. Так, все, пришел? Ты где? Ладно, я иду дальше тогда. Боже. Все, я выбрался. Что случилось? В смысле? Еще опять-то... Да боже. Ладно, вы пока там с телепортом разберитесь, а я пока посмотрю. Удалить портал? Рекреатинг рум. А, вот тут можно спать. Она под низом, да? Смотри, я приду, иди сюда. Покушать? А я выбросил. Можешь, пожалуйста, помочь? Помогите? Я не могу пойти. Нормально. Хочешь, что портал поставить или что? Все, будем ждать. Ладно, ждем, пошли, пока посмотрим все. А так, лаборатория сама. Эксперименты. Эксперименты? Да блин! Там дальше нет. Давай эксперименты со мной. Давай, я лифт тебе прижал. Рубрика эксперимент. Давай. Эксперименты. Давай еще. Привет. Нужен звук плюшевой игрушки. Я могу еще тепло оттуда убрать, но ладно, не буду. Отпустите. А это что такое? Давай. Нажимай. А что ты портал убрал? Я его, походу, не привязал. Я гений. Игра на недостроена тоже. Я, кажется, понял, что сейчас произойдет. Повезло тебе. Ладно. Мне повезло. Да что? Кто это сделал? Кому лицо набил? Так, ладно, мы тогда перебегаем. Всем, да? Все заложили. Походу, всем. Никто не умер. Я один умер, спасибо. Что-то совсем опасно. Давай, я выберусь. Тут еще последняя комната осталась. Вот. Но она не достроена. Ой, что это? А, тут не достроена, ладно. Только вот камера и все. И то такси сделано. А, камера и все. Так, ой. У меня вроде нету. Ой, упали вниз. Полтора фарма, еще одна, которая строится, которой вообще ничего нет. Только вот могу ее показать, но что-то делать, наверное, не надо. А почему? Я там вообще ничего не сделал. Типа вот, смотрите сейчас. А Йолос показал свой там космический корабль? Вот, все. Типа, и зайдете, вы поймете, что там ничего абсолютно нет. Я на стриме показывал уже. Нет, это не показывал. Вот, смотри, тут такая, этот, эмуляция заморожена. Это типа для скринов я хотел сделать. Если типа со скринами это сделать, то это лучше будет. А, внутри ничего нет. Ну, я тебе говорю, типа, ничего я не сделал. Нет, я именно говорю вот про эти кубики. Очень красиво смотрится. Где ты не показывал? Давай, покажи тогда. Потом. Сейчас, прозрачность. Так, надо. Что? Я хочу сделать эмуляцию. Ты из фольги. Ну, я знаю, но у тебя и мало фольги. Как у меня тоже. У нее 300 осталось, но там еще потому что из нее трава сделана. А, нет, так нельзя, да. Ну ладно. Да, так, начнем. Тут есть лед. Ну ничего нету здесь, короче. Тут есть елки. Ну тут не ничего нету, да. Все, а тоже не мои. Построек больше нет. Так, ну спасибо тебе, что показал свои постройки. Что еще я могу сказать? У тебя очень много красивых пейзажей было. Спасибо. Пожалуйста. Ладно, все. Все, пока или не пока? Я могу сказать пока.